мне принесли уведомление сейчас. На 19 июня 2013 года вами с товариществом ограниченной ответственности Управление города Алматы не заключены договора. На что мне заключать договора? Вы понимаете, что у меня пенсионеры, вот они просили, чтобы я договорилась со станцией переливания крови, чтобы они сдавали кровь. И этими деньгами платили за коммунальные услуги. Такого в войну не было. Задолженность у нас 327 тысяч. Нет, всего сумма долга составляет 740 175. Понятно? Вот они. Ну, я им написала, забирайте все, и мебель, и архив, и все. У нас нет таких денег, взять мне их негде. И я удивляюсь то, что при таком бюджете, при таком богатстве государственном, чтобы в городе Алмате или в Казахстане не было денег, чтобы создать дом демократии по-настоящему, чтобы это гордость была. Понимаешь, что? Чтобы дом демократии не только здесь вот вывеска была какая-то, а чтобы световая реклама на крыше стояла, что люди с самолета, ого, здесь дом демократии, значит, тут и демократия есть. Вот она, наша демократия. Вот оно, я говорю, что то, что сейчас творится, я считаю, что это государственное преступление, что программа правительства направлена на то, чтобы уничтожить народ, в первую очередь стариков. Понимаете? Вот, природные богатства Казахстана проданы. Правильно? Так, а нахрена тогда тут этот народ нужен, особенно старики?